Грозовой фронт, который накрыл Красноярские окрестности этой ночью, сместится на восток и северо-восток края. Под ударом теперь Канская группа районов и Богучаны. А вот на юге и в центре осадки ожидаются менее интенсивными. Дожди там будут лить вплоть до середины недели. При этом южный ветер постепенно принесет потепление. Уже в среду в столице края обещают настоящую жару до плюс 28. В Минусинске, в Шушенском до 30. Вполне летняя погода будет стоять даже ночью. Синоптики обещают 16-18 выше 0. Однако в четверг дожди польют с новой силой. В пятницу опять гроза и небольшое похолодание в районе плюс 20. К концу недели на нас будет проходить очередное влияние антициклона. И осадки вновь прекратятся. Ну, в основном они будут по востоку центральных районов в виде небольшого дождя проходить. Ну и дневные температуры немного повысятся. И днем до 20-25 градусов тепла.